Кино на ТВ Рус. Оля, я с друзьями! Ты почему не позвонил? Прости меня, я забыл. Ты не мужчина. Ты не устала мной руководить? Хочешь Портофино? Ну, в Италии. Я хочу свой народ. Каштанов ушел из дома 4 дня назад, и с тех пор о нем нет никаких известий. Оля, не сердись, но я совершаю лауреатский поступок. Алло. Оля, это я. Где ты находишься? Я нахожусь там на свободе. Это вы нарочно здесь залегли? Чем обязан вашему назойливому вниманию? Вы находитесь во всероссийском розыске. Не трогай его, нужно убить, но камеру не трогайте. Вы вредный, гнусный старикан. Александр Абдулов, Оксана Коростышевская и Любовь Полищук в фильме Эльдара Рязанова «Тихие омуты». В воскресенье на ТВ Рус.